Я занимаюсь задачами, которые возникают в современной физике, в основном физике элементарных частиц, физике высоких энергий, но я занимаюсь ими с математической точки зрения. Наша работа с Виктором Поповым вошла в стандартную модель элементарных частиц, которая сейчас проверяется на Большом коллайдере в Женеве. Славутый последовник знакомитой российской науковой школы. Человек, який спостиг магию музыки математичних символов. Документальный фильм «Шостое почуццё» Людвига Фадеева. Премьера на «Беларусь-3».